Одна из самых главных проблем нашего народа – это наша фальшивая история. Но моим братьям-армянам следует понимать, что мы не сами писали свою фальшивую историю. Она написана была для нас, для того, чтобы нами управлять. Для того, чтобы каждый раз, когда мы задумаемся о мире с соседями, достать из библиотечных подвалов свои манускрипты и сказать: «Смотри, тебе нельзя с ними дружить. Они всегда были твоими врагами. Они всегда будут твоими врагами». Но никто из соседей наших врагом нам не является. Враг тот, кто сует нам в лицо вот эти свои древние закорючки. И нам нужно всего лишь разобраться, кто этим занимается.